Давайте перейти. Ну, почему? Ну, опять. Вот смотрите, ну сейчас давай как раз вокруг этой ситуации немножко как бы покрутимся. То есть с одного захвата будем разные вещи делать. Вот то, что я сейчас вам показал, соперника. Вообще, ребят, запомните, вот в борьбе, если вы боретесь, вот так вот мы боремся. Шансы у всех управлять, и у меня, и у него. Я могу защищаться, я могу атаковать, он может защищаться, он может атаковать. Но чтобы сделать соперника слабым, чтобы он не мог меня атаковать, и он уже просто согнут. Вот то, что я вам показал. Вот я вышел, все, я уже выиграл ситуацию. Вот спина открыта, а у вас в рукопашке вообще сразу можно бить со всех сторон. Отсюда, оттуда, откуда угодно. Одним захватом я его, вот, например, вот. Понятно. Вот то, что сейчас можно... Да что ж, ты вот так вот борешься, что ли, хочешь, а? Ну, руки-то подними. Вот. Сейчас я вам покажу вот этот же вариант, только вход за счет вот этого сгиба. То есть я его сгибаю, и у него желание выпрямиться, я это выпрямление как раз использую для броска через спину. То есть, например, это делается вот как. Вот я, например, шагнул, вот. О, видите, он пошел вперед. Все замечательно. У меня эта же нога, ребят, возвращается. То есть вот такое движение, вот. Согнул, обратите внимание, этой же ногой я подвернулся. Еще раз смотрите, вот. Шагнул, все, разгибается, меня вот бросают. Ну, поживем, не надо. Попробуйте. Давай.